Всем привет, с вами Алекс Винта, хочу сделать обзор на компактный легкий флеш накопитель ADATA S102 Pro 8 ГБ, интерфейс подключения USB 3.0. Серия флеш накопителей USB 3.0 ADATA S102 получил дальнейшее развитие. Накопитель S102 Pro имеет такую же изящную текстуру корпуса из алюминиевого сплава, как у модели S102, но отличается повышенной производительностью, максимальной скоростью чтения 100 МБ в секунду, позволяя вам испытать трепет от высокоскоростной передачи данных. Компания ADATA предлагает ощущение роскоши по чрезвычайно конкурентоспособной цене. Алюминиевый корпус цвета титан и синий титан имеет изящную текстуру и поразительный внешний вид, дополняющий таинственность и достоинство вашего личного стиля. На время использования накопителя колпачок можно надеть на заднюю часть корпуса, чтобы случайно потерять его. Накопитель S102 Pro выпускается с исполнением емкости 8 ГБ и до 32 ГБ, обеспечивая объем для хранения данных профессионального уровня и великолепные преимущества высокоскоростной передачи данных. Скорость чтения 80 МБ в секунду, скорость записи 12 МБ в секунду, ширина 19 мм, высота 62 мм, толщина 11 мм, вес 30 граммов. Цена в магазине 300 рублей. С вами был Алекс Винт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!